декабре прошлого года женский клуб города Каспийска присоединился к плетению маскировочных сетей для участников СВО. Со слов руководителя клуба, принять участие в благом деле предложила директор библиотечной системы имени Фазу Алиевой Мадина Тимирова. Площадка для организации работы по изготовлению маскировочных сетей предоставлена председателем общества инвалидов по Каспийску Патимат Гетиной Магомедовой. Подготовлена техническая база и созданы условия для изготовления маскировочных сетей. Все материалы для изготовления маскировочных сетей предоставлены общественной организацией «Диалог» при содействии ДРО «Поддержка курса главы Республики Дагестан». Зародилась идея у руководителя ДРО «Диалог» Зайнаб Рашидовой, когда она посетила город Минводы и познакомилась с местными волонтерами, которые оказывают помощь участникам СВО. Меня привели туда, где плетут, получается, вот маскировочные сети. Я не была удивлена, потому что, наверное, все-таки Всевышний сделал так, чтобы я встретила таких людей, потому что я хотела чем-то заниматься, чтобы помогать. После того, как Зайнаб узнала о данной работе, она обратилась в управление ДРО «Поддержка курса главы Республики Дагестан» с просьбой посодействовать в данном вопросе. Организация незамедлительно изучила предложение и оказала финансовую поддержку. После председатель общества инвалидов также, узнав об изготовлении маскировочных сетей, решила присоединиться и организовать подобную помощь в Каспийске. 26-го поставили сетку ребята, привезли эту сетку, рамки. Патимат предоставила материал, собрали, изготовили, повесили сетку. Это основание, это очень момент важный, чтобы основание было правильное, чтобы плести было легче и правильно. Как отмечают организаторы, в данной работе очень важно терпение и умение правильно плести различными способами. Нам нужно изготовить похожие на землю темного цвета маски, будем маскировочные маски изготавливать, и будем похожий на грязный снег, белого цвета на снег похожий. Поэтому мы можем здесь две стороны поворачиваем и плетем через сеточку. Но когда наши руки привыкают, мы работаем все быстрее и быстрее. Кроме того, колоссальную поддержку организовал и Всероссийский союз ветеранов СВО и многие другие. К изготовлению маскировочных сетей может присоединиться любой желающий, обратившись в общество инвалидов по адресу Орджоникидзе, 31, по понедельникам, средам и пятницам с 10 до 14.00, а также во вторник и четверг с 2 часов дня до 6 часов вечера.